Всем привет, это Карина Меца, и в этом видео я буду делать макияж Кэти Перри из ее нового клипа Dark Hearts. Начну сразу с глаз, нанесу базу под тени и бежевые тени как основу. Затем нарисую брови, сделаю их чуть потолще своих, как у Кэти Перри. Для этого нарисую чуть выше своих бровей карандашом, а затем растушую. И все это закрепляю гелем для бровей. Теперь рисую стрелки на глазах. Я буду рисовать их гелевой подводкой и вот такой плоской маленькой кистью. От стрелки вверх над веком проведу линию до внутреннего угла глаза. Рисуем эту линию очень тонко, еле касаясь и не спеша. Рисуем так, чтобы даже при открытых глазах эта форма была видна полностью. И доводим ее до внутреннего угла глаза. Теперь снаружи сделаем эту линию чуть толще, чем у внутри. На губы нанесу розовую помаду. Это еще не все. Я решила поэкспериментировать и сделать себе челку. Итак, я отделила прядь спереди, убрала ее назад, оставив пару волосинок для того, чтобы заплести маленькую-маленькую косичку. Цепляю концы за сплетенную косичку.